The first meditation will support you in grounding. Медитация заземления. Эта медитация поможет вам заземлиться. Что такое заземление? Говоря по-простому, когда я заземлена, я энергетически соединена с землей через подошвы ног и начинаю ощущать свое тело. Электричество в нашем доме также заземлено. То есть проводка в буквальном смысле соединена с землей металлической трубкой или прутом. Наше тело сотворено из элементов земли, из кальция, магния и многих других элементов. Мы – часть Земли, и я уверена, нам нужна энергия Земли, чтобы оставаться здоровыми. Когда мы заземляемся, мы не только соединяемся с Землей, мы открываемся энергии Земли, которая вливается в наше тело и несет нашему телу, разуму, чувствам энергию, необходимую для лечения и поддержки. Мы живем в очень рациональном, односторонне ориентированном на разум обществе. Иногда, сидя перед компьютером, мне кажется, что я – это только моя голова и мои руки. Я забываю о своем чудесном теле. В нашей культуре нет места заземлению. Большинство из нас живет в основном головой, а не всем телом. Поэтому регулярное заземление поможет вам ощущать себя более живым и лучше чувствовать свое тело. Я уверена, что мы наиболее здоровы тогда, когда через нас проходит поток энергии, похожий на чистый поток реки, без зеленой мути, без комаров. Чтобы поток был достаточным, нужно не только, чтобы ноги касались земли, но и голова была открыта как для выхода той энергии, которая нам не нужна, так и для принятия духовной энергии. So now relax and get comfortable, and let's just start by noticing your breathing. Сейчас расслабьтесь и устройтесь удобно. Начните с того, что обратите внимание на ваше дыхание. Обратите внимание на то, какая значительная часть вашего тела движется, когда вы дышите. Когда делаете вдох, почувствуйте расширение груди, спины, движение живота. Чувствуете ли вы вдох в ногах, в руках, в шее? Когда делаете вдох, почувствуйте, как расслабляется грудь, спина, а также живот и остальная часть тела. Просто позвольте себе почувствовать всего себя при дыхании, вдох и выдох во всем теле. Теперь представьте, что вы можете спуститься на лифте от головы в область, где находится ваше сердце и легкие, в грудь. Продолжайте чувствовать всем телом дыхание и движение тела. Почувствуйте биение вашего сердца. Присутствуйте в области сердца и легких. И обращайте внимание на ощущения в этой части тела. Сейчас перенесите свое внимание ниже, на область, где находится желудок, печень и другие органы пищеварения, почки и спина. Опять-таки, просто присутствуйте в этой части вашего тела и обращайте внимание на ощущения. Просто поприветствуйте эту часть вашего тела и обратите внимание на ощущения от этого. Сейчас спуститесь еще глубже в нижнюю область живота и низ спины. Продолжайте ощущать собственное дыхание и движение тела. Обращайте внимание на то, что чувствует ваш живот. Обратите внимание на ваш кишечник, мочевой пузырь, низ спины. Поприветствуйте эту часть тела без каких-нибудь рассуждений. Просто присутствуйте там. Теперь перенесите внимание на верхнюю часть ног. Почувствуйте свои бедра, заднюю сторону ног, на которой вы сидите. Чувствуете ли вы свое дыхание в ногах?
Можете ли вы чувствовать свои кости? Просто старайтесь присутствовать в верхней части своих ног. Сейчас двигайтесь к коленям. Просто обратите на них внимание. Просто поприветствуйте, без рассуждений. Просто почувствуйте их. Просто присутствуйте в ваших коленях. Сейчас переместитесь в нижнюю часть ног. Чувствуете ли вы, как кровь течет по вашим ногам? Чувствуете ли вы в ногах ваше дыхание? Просто присутствуйте в нижней части ваших ног. Сейчас почувствуйте ваши лодыжки и стопы. Как они ощущаются изнутри? Чувствуете ли вы поток крови? Чувствуете ли вы, что они живые? Почувствуйте ту часть стопы, которая соприкасается с полом. Сейчас сосредоточьте внимание на том, как энергия проходит через стопы вниз в землю под вами. Если это удобно вам, представьте, что вы погружаете стопу в землю так, как будто бы сажаете дерево. А если вам удобнее, можете представить, что вы стоите на берегу моря, волны плещутся о берег, и ваши стопы погружены глубоко в песок. Или представьте, что вы переходите вброд озера или другой водоем. Сейчас ваши стопы погружены в землю, песок или воду. И теперь представьте, что из них растут корни. Пусть эти корни растут как можно глубже в землю. Знайте, что вы можете гулять, вести машину, кататься на велосипеде, летать, но эти корни все равно будут соединять вас с землей. Пусть это будут корни, растягивающиеся, как тарзанка. Пусть вы находитесь в атмосфере земли, и под влиянием земного притяжения вы часть Земли и можете подключиться к ее энергии. Сейчас позвольте корням, растущим из ваших подошв, доставлять жизненную силу от Земли к вашему телу. Вы можете представить, что ваши корни – это соломинки, и с каждым дыханием вы всасываете через них жизненную энергию в свои корни, затем от корней в стопы ног. Согласно моим ощущениям, энергия Земли теплая и текучая, как лава, которая представляется мне янтарного цвета. Разрешите себе открыться этой энергии Земли, энергии, которая будет питать все ваше тело, начиная со стоп, и затем медленно и нежно продвигаться вверх по ногам. Как только ваше тело начнет чувствовать энергию Земли, вы можете почувствовать тепло или что вы становитесь больше и вместительнее, и почувствуете ощущение текучего потока. Все это хорошо. Это признак того, что энергия движется. Продолжайте думать о стопах и корнях. И продолжайте дыханием всасывать энергию через корни в стопы, а затем к коленям и выше по ногам. Пусть энергия проникнет в ваши ноги и колени, а затем движется в верхнюю часть ног, кости таза, нижнюю часть живота и спины. Вы можете обратить особое внимание на ту часть вашего тела, которая нуждается в лечении или балансе энергии. Энергия земной любви пойдет в то место. От живота пусть энергия Земли движется вверх и затронет все ваши органы, печень, желудок, поджелудочную железу, кишечник, сердце, легкие. Позвольте энергии пройти по вашей спине, по всем мышцам спины, позвоночнику, спинному мозгу и почкам. Просто почувствуйте энергию здоровья, идущую от Земли, затрагивающую ваши стопы, ноги, торс. Сейчас убедитесь, что ваши стопы все еще погружены в землю. Если у них все еще корни, если нет, не волнуйтесь, погрузите их снова в землю и снова вырастите корни. Продолжайте чувствовать приток энергии Земли к вашим стопам, вверх по ногам, к торсу. Сейчас энергия движется к вашим плечам, легко и нежно растекается по рукам. Снова вернитесь к своему торсу.
И позвольте энергии Земли двигаться от торса к шее, охватывать шейные позвонки, горло и все ткани шеи. Сейчас пустите ее к лицу и голове. Позвольте энергии Земли заполнить ваши глаза, нос, рот, череп. Позвольте энергии легко и нежно проникнуть на верхушку головы. Снова почувствуйте свои стопы, погруженными в землю, и свои корни. Почувствуйте поток любящей жизненной энергии Земли, от корней, проникающей в ваши стопы и идущей вверх по ногам в торс, растекаясь по рукам, идет вверх по шее к лицу и голове. Вся лишняя энергия легко улетает с макушки вашей головы. Мы созданы таким образом, чтобы энергия Земли, проходя сквозь нас, попадала ко всему сущему на Земле, так, чтобы излишки улетали вверх от нашей головы. Я приглашаю вас почувствовать этот поток, это сладкое соединение с Землей, это ощущение жизни в вашем теле. Когда будете готовы, откройте глаза и насладитесь новым днем, наполненной энергией Земли.